Сегодня у нас на тесте два снегохода, прямых конкуренты, друг другу. Инга Т-150 и, если я не ошибаюсь, это Кронус 170 кубов от компании Motoland. Так, по размерам они, Кронус чуть короче, чем Динго Т-150, соответственно, и гусянка у Кронуса короче, чем у Динго. У Кронуса стоит подвеска по конструкции один в один, как на Динго Т-125. Так, мотор немножко отличается от Т-150 конструктивно. Другой редуктор. Также, как на Т-150, коробка вперед-назад нейтраль вариаторная. Тут все то же самое. Подножки не очень удобны, но это привыкается. На Динго Т-150 подножки длиннее, лучше, удобнее ногу ставить. Ну, сейчас будем смотреть по ходовым качествам, проверять. Снег у нас сырой, мокрый, температура чуть больше 0 градусов. Снега максимум на полях по колено. Ну что, вперед. Давай на скорость сначала. Давай, раз, два. Пробег у обоих снегоходов небольшой, на Динго Т-150 23 километра, на Кронусе 500 метров. Снегоходы не обкатаны. Встанем. Стой, стой. Так, еще раз заезд на ускорение, на максимальную скорость. В первом заезде Кронус отстал прилично. Может быть, из-за наездника более тяжелого. Ну, потом поменяемся, еще раз проверим. Ну что, раз, два, три. Конечно, тут не очень, лед сплошняком под снегом, но Кронус все же отстает. Он врет, скорее всего. Давай поменяемся сейчас. Может быть, движок не обкатан, не развивает обороты свои, мощность свою не выдает, но едет медленнее заметно, чем Динго Т-150. То
есть по моторам, хотя у этого 170 кубов, у Динго 150, 170 кубовый Кронус едет значительно медленнее. Динамики не хватает, ну, разгонной. Ну что, прокатимся по полю? Снега. Так, меньше колена. Это сантиметров 30. Едут примерно одинаково, но на Кронусе подвеска задняя значительно жестче. Очень неудобно. Пробивает по копчику. Да, и из-за того, что рычаги нижние, рычаги передней подвески находятся гораздо ниже, чем у Динги Т-150, он гребет перед собой большую кучу снега. Вот. Ну вот, картина. Остановившись, Кронус тронуться уже не может. Вперед. Сказывается длина гусянки, коротка. Сзади не чересчур жесткая сзади. Шаг на Кронусе работает чуть громче, чем на Дингере. Слышно. Показывай,
еще перед выездом мы ее растягивали. Сейчас подтянем, попробуем, посмотрим, насколько хватит ее. Одна лыжа вперед ушла, или наоборот, одна из лыж ушла назад. Ну не для активного передвижения. Неудобно. Стойки неудобно. Стойки нет, да, удобно. Стоять неудобно. Для неспешного передвижения по водоему, по ровному, желательно. До места проведения рыбалки. Ну или так, детишек покатать. Подогрев. Что, не включен? Это... Регулируется несколько ступеней. Стекло. Стекло расположено не очень удобно. Везде по неровности можно легко удариться. Удариться можно лбом, носом, губами, чем угодно. Вот так. Вытирать зато удобно сопли, да? Так, прислонил, соскреб. В один горе стеклышко расположено более правильно. Езде не мешается. Оно, да, более гибкое. Любой мороз оно держит удар, а это из обычного оргстекла, которое может легко треснуть в местах крепления. Зато здесь можно вот так вот полежать. Да, удобная спинка для пассажира или для водилы, чтобы полежать можно. Покажи чемоданчик. Был такой маленький черненький чемоданчик, но возможно он сломается, да, и мы его, наверное, выкинем. Удобный, да, такой кофрик, можно что-то положить, а потом с собой унести инструмент. Может, это от чего-то, чемоданчик? Не, он, я видел, комплектация-то так идет. А. С чумиком. В общем, багажник у него
подседельный длиннее, чем на динге, но по высоте он чуть пониже. Такой же, да? Ну, мы сейчас сравниваем 150-й с этим. Здесь вот дальше там был. Седла по длине. Дембеля короче, да? Ну, примерно одинаково, плюс-минус. Не примерно, а 160-й седло. Вот это вот. На 110 была ровность. Мерку. Длиннее. На десятку. Ну это то, что видишь, тут наклон назад сделан, а там наклон вперед. Кстати, есть как раз сантиметр. Ну, два толстых человека сядут. Правда, он может не поехать с двумя толстыми человеками. Да, опа. Это не рычаги, это вся эта конструкция передней подвески ходит. Что? Разболтал. Укошав. Не затянут. Переключение коробки выполнен, вынесен отдельно на кулисе, ближе к рулю, на три положения имеет, вперед-назад нейтраль, которая имеет свои кнопочки, контакты для сигнализации на панели приборов. Но почему-то, да, показывает только заднюю, что включена только задняя передача. Вот. Задняя, нейтраль не горит. Движение вперед тоже не горит. Только задняя. Давай подтянем. Давай еще. Сама рама ходит. Рама моторного блока на своих посадочных местах имеет небольшой ход. Что говорит? После, да, после одного выезда. То есть пробег у нас сейчас 7 километров. Ненадежности стыковки, да, о ненадежности стыковки гусеничного блока с моторным. 2-3 поездки, и в конце концов будет болтаться достаточно сильно и опасно будет передвигаться на таком снегоходе. Доедем, будем. Езжай вперед. Ребята из автоваза, что какие-то проблемы. А, повисит.
у него нет масляного радиатора. Масло будет перегреваться значительно больше, чем на динге, на котором масляный радиатор. Давай попробуем там на той же. Большая проблема с подвеской. Сама модуль подвески, он съемный, на своем ложементе имеет ход 1,5-2 мм в каждую сторону. То есть это влияет на управление. Так, и вот на стойках лыж тоже поворотный кулак имеет ход. Хотя болты мы затягивали, и этого люфта не было. А сейчас вот после 5 километров поездки опять все разболталось. Цена у снегоходов одинаковая примерно. Кронус даже чуть-чуть дешевле, чем Динго Т-150. Но по качеству изготовления он, конечно, внешне красив относительно. Но по качеству изготовления некоторых элементов есть сомнения. Но уже выявились проблемы после такого небольшого пробега. Есть проблемы. Ну как везде, китайская цепочка растягивается сильно, это не проблема, но это устранимо.